Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні ми говоримо про нові ціни на газ. Як відомо, 19 жовтня уряд прийняв нове рішення, яким з 1 листопада в Україні підвищуються ціни на газ для населення до 8500 гривень за 1000 кубометрів. На цю тему ми сьогодні говоримо з обласним депутатом Андрій Кисіль, голова депутатської групи «За людей», сьогодні в нашому ефірі. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий день. Уже всі українські політики якось засвітилися в темі нової ціни на газ. Ви одним з першим і в соцмережах, і в пресі відреагували також на це підвищення. Ну, в першу чергу, це удар по простих людях, да, які тепер уже, ну, взагалі розгублені. Немає субсидій, немає грошей, що робити. От, прокоментуйте ситуацію. Ну, звісно, для всіх вопрос ціни на газ – це не тільки составляюча газу. Воно одразу ж, всі прекрасно розуміють, що це одразу ж потягне за собою ціну на тепло, цену на горячую воду, цену на продукты. То есть сегодня газ – это практически составляющая в любой ценовой политике. Ну, во всей своей политической деятельности, знаете, я всегда ставил во главу интересы простых людей. И наша группа, да, вот, которая создана из депутатов позафракционных, вот, она так и называется – «За людей». Я всегда считал, что приоритетом работы любой власти, при любом президенте, должна быть социальная защита простых людей. Вот. А это значит, что именно государство должно обеспечить людей работой и, конечно же, достойной оплатой за эту работу, чтобы люди за эти деньги могли достойно жить. Вот. Или же другая сторона. Они должны создать условия такие, при которых люди бы смогли сами на себя зарабатывать в сфере малого и среднего бизнеса. Вот. Ну, о каком достоинстве можно сегодня говорить, если вот на примере простой медицинской сестры, которая работает 50-60 часов в неделю, да, а в месяц получает не более 4 тысяч. И сегодня она получит вот эту платежку, да, о квартплате, которая будет превышать ее месячную зарплату. Все мы прекрасно понимаем, что это, ну, к сожалению, это абсурд. Назовите мне хотя бы одну страну в мире, где квартплата, именно квартплата, не плата за жилье, а оплата за простые коммунальные услуги превышает месячную зарплату простого медика. Наверное, тяжело это сказать, да, но такая страна – это наша Украина. И когда мы живем уже в такой стране, где мы сегодня в Европе на первом месте по бедности наших людей, вот этим очередным витком цены на газ просто ставят на колени. И больше того, не ограничивается только на этой линии, да, а все-таки нам уже сегодня говорят, что будет еще и дальше, там, на 40%, на 60%. То есть сегодня не каждая семья может понести вот тот социальный тягарь даже вот этой цены. Как оно дальше будет, это уже будет вопрос. Премьер-министр в эфире також, певно, реагуючи на те, що обурення людей, він заявив про те, що вже в цьому році ціна газу в цьому сезоні підніматись не буде. Перед цим от Володимир Гройсман зазначив, що ще в 2008 році ми взяли перед МВФ зобов'язання в тому, що будемо підвищувати ціни на газ. І це одна із умов того, що нам дадуть зараз транш, черговий транш, інакше ми можемо опинитись перед дефолтом. Тобто от, нам влада говорить про те, що економічна необхідність в державі є. Що ви скажете? Ми добуваємо більше 15 мільйонів кубометрів свого українського газу, ціна на який складає від 2 до 3 тисяч гривень. Да? То виникає, от це на сьогоднішній день та економіка. Да? А коли ми задаємо питання, чому ми сьогодні повинні платити 8,5 за один кубометр. Здесь экономики, к сожалению, нет. Ну, а тим не менше, нам говорять про те, що ринкова ціна газу, що ми газ власного видобутку змішуємо з імпортним. Ну, тобто, і це середні світові ціни на газ впливають. От як розібратись тут? Да, но это ведь это рыночная цена газа. Газа, который идет для промышленности, химической, металлургической, другой там крупной промышленности. Почему-то наше правительство посчитало, что часть проблем реального экономического сектора можно возложить сегодня на простых людей.
Ну, вот. Ну, знаете, как в жизни говорится, вот вы с мужем купили автомобиль вот, за свои личные сбережения, поехали на нем куда-то, да, а муж вам говорит, я буду с тебя считать как в такси. А вот вы и будете платить с мужем за ваш автомобиль, на котором вы едете на своем бензине, будете платить по ценам такси. Абсурд? Ну, к сожалению, да, но, наверное, сегодня мы живем в стране абсурдов. И Ну, у нас бензин дійсно подорожчав і суттєво. Ну, в отношении бензина на сьогоднішній день, як нам говорять, да, мировая ціна на бензин, вона где-то 1 доллар 17 центов. Но я думаю, что сегодня никто не сможет назвать хотя бы одну страну в мире, которая является нефтедобывающей и помимо того еще и перерабатывающей, как вот наша Украина, да, где бензин бы был на уровне европейских цен. Примеров можно приводить, я думаю, десятки. Это и Кувейт, и Саудовская Аравия, это и Эмираты, да, где бензин у них там в некоторых странах стоит дешевле воды. Все-таки, на ваш погляд, який може бути вихід із цієї цінової страшенної ситуації. От що ви думаєте? Виход известен. Это разделение рынка газа на потребительские и промышленные сектора. Отсюда будет и, естественно, разная ценовая политика. Ну и, конечно же, это перевод всего рынка газа на рыночные рельсы. Сегодня «Нафтогаз» должен заниматься в первую очередь обеспечением украинцев социальным газом. И я думаю, что это не проблема правительства обеспечивать сегодня газом бизнес. Сама Конституция нам об этом говорит. Вот если мы берем, да, 13-ю статью Конституции, то все земли и надра, все, что в земле находится, оно принадлежит народу. То и мы сегодня, мы даже не арендаторы, мы сегодня правомірні власники всього. Ну, власне, виходить, що це тільки декларативна норма. Да? Ми маємо право, але фактично не маємо. Ну, а взагалі так, от, якщо розділити, да, ці ринки на споживчі для людей і промислові там, для бізнесу, не станеться так, що ми отримаємо ще якусь більшу ціну? Повірте, в цьому відношенні ринок сам себе відрегулює. Появиться маса газових трейдерів, які будуть боротися за кожного покупателя, за кожного того, кто использует, да, кто этот использует газ. И газовая монополия, она очень быстро превратится, ну, как в демпинговую войну сотен потребителей этого газа. Самое главное, чтобы в этот рынок не бросить простых людей туда. Угу. Ну, пане Андрію, а от ми говоримо про ринок газу, власне, і про ринок електроенергії говорять, да, щоб це був ринок, щоб це було кілька постачальників, і тоді дійсно ціна знизиться. Ну, а все-таки це якийсь час займе. А от сьогодні, от буквально сьогодні ми говоримо про початок опалювального сезону, про нову ціну. Сьогодні вихід лише один – включити на повний механізм соціальної защити людей. Мы видим, как сегодня, ну, правительство пошло по пути, ну, уменьшения количества субсидий, да, сумм, на которые будут выделяться на субсидии. И это, смотрите, это при ухудшении экономической ситуации в целом по стране. Ну, семья сегодня не должна доказывать того, что она может оплачивать эту субсидию или нет. Если, я считаю, у государства есть какие-то там вопросы в отношении того, что они имеют какие-то дополнительные доходы, и они не должны эту субсидию, то государство должно само доказывать людям о том, что они не имеют права на получение этой субсидии. Поэтому мы должны уже сегодня вернуться к порядку начисления субсидий 2017 года. Ну и, конечно же, самый главный – это путь повышения благосостояния наших людей. Це економіка. Это економіка, да. Ну, наскільки я знаю, от прийняті вже зміни, скасували деякі там норми, да, в травневій постанові, і тепер вже люди нібито зможуть отримувати субсидії, але в той же час от говорять про те, що у проєкті бюджету 2019 року на субсидії закладено в півтора рази менше коштів, ніж було в 2017-му. Ви обласний депутат, от ви зустрічаєтесь з людьми в своєму окрузі. Що може зробити влада на місцях, на ваш погляд? І навіть, ну, скажімо, там мери міст, сільські голови, якщо це сільський район. Ну вот смотрите, даже на сегодняшний день у нас
обогревает Сумы. У нас две тепловых компаний. Да. Одна из это Сумы Теплоэнерго. На мой взгляд, знаете, вот все-таки они должны быть коммунальными. Почему? Потому что сегодня они переданы в аренду. И я думаю, что сегодня громада должна забрать их назад. Почему? Потому что мы отдали их в руки бизнеса. А бизнес в любом случае будет делать свою добавку, самую основную, это прибыль. Если оно коммунальное и если оно у громады, как раз вот этой прослойки не будет. И мы сможем влиять на те цены, которые сегодня формируются, да, и предоставляются людям. Ведь на примере Сумы Теплоэнерго, смотрите, вот в прошлом году, да, когда город попытался влиять на цену, мы даже туда, городские депутаты просто даже не смогли попасть на территорию Сумы Теплоэнерго, то, естественно, через что мы сможем влиять тогда на цену? Только по тем бумагам, которые нам предоставляет арендатор, ну, смешно. Були такі в уряді пропозиції, що місцева влада сама може на місцях там якусь частину дотувати, да, ціни там на газ чи на тепло. От на ваш погляд, бюджет наш зможе, чи все-таки міська влада також скаже, бюджет не гумовий, ні на що не вистачає? Я думаю, в первую очередь, так как и у нас мы в начале разговора говорили, мы должны в первую очередь заботиться о своих людях. И вот почему я и предлагаю, что сегодня Сумы Теплоэнерго, оно должно быть коммунальным. По примеру, вот Шостки, да, оно же тоже было несколько лет отдано в аренду. В этом уже году вот, Шостка вернула себе в коммунальное это хозяйство. И тогда, конечно, они с помощью там, каких-то дотаций, с каких-то перечислений, они смогут влиять на цену. Зрозуміло. Дякую, пане Андрію, за нашу розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми обговорювали ціну газу в тій частині, що вона зросла до 8550 гривень за 1000 кубометрів. Це на 23,5%. Це дуже багато. І на сьогодні є інформація, що група депутатів Сумської обласної ради звернулася до голови обласної ради Володимира Токаря з проханням скликати позачергову сесію і обговорити це рішення і звернутися до Верховної Ради, уряду і президента з вимогою скасувати цю постанову уряду про 8550. Ну, наразі, як ситуація буде розвиватись, будемо вас інформувати. На цьому все. Залишайтесь на телеканалі АТВ.